Так, и всем привет, с вами Джим Рейнер, я продолжаю играть в StarCraft 2 Legacy of the Void. Поехали. Так, рейтинг. Давай. Ого. Парень-то не промах. Сколько у меня побед поражений? Побед 8. Побед 12, поражений 8. Ну ок. Ха-ха, 0-4, он в албазе. Вообще заебись. 5-10. А, это они на снижение идут. То 110, охуеть. Ух ты, а чё за авка? Я такой не видел. Я такую аватарку не видал. Откуда ж такая авка может быть? Легион. Миха. Спасибо, конечно, но я хотел поиграть. Так. Кто ты у нас? Ого. Да. Меня интересует твоя аватарка. Что это за авка? Чё? Чё? А у меня такая авка есть? Должна быть. Где... А, есть, есть, есть. И это есть. А, окей. Ну, можно вот это... Ух ты. Прикольно. Ладно. Каточки. I need more каточки. О, 49-й. Я в топ-50 попал. Может, тому парню просто не жалко было своего рейтинга, и он взял и вышел. Спасибо, чё. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Ага, никого, отлично. Протос. Протоса. This is Протоса. На нашей
Мне нужны достаточно ранние газы. Газик раз. На наши зомби напали. Разведочка, разведочка. Гейт. Кибернетка. Я все понял. На наши зомби напали. Я все понял. Не хватает минералов. Наш пилон атакован. Я здесь, среди теней. Наш пилон атакован. Не хватает минералов. Мне нужна соточка минералов. Не хватает. Скоро минералов. В атаку пидорасина пойдет. Не хватает минералов. Этого мне бы не хотелось. Что ж делать-то, а? Да свершится правосудие. Правосудие прилетело. Я здесь, среди теней. Не хватает минералов. Нужно масить сталкеров. Не хватает минералов. Я здесь, среди теней. Я здесь. Среди теней. Не хватает минералов. Я здесь. Разработка завершена. Ну, я здесь. Среди тенная, давайте. Я здесь, среди теней. Я здесь. Вот так уже поспокойнее будет, малёха. Не хватает. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Что ты придумал? Я здесь, среди теней. Интересно, что если он выходит в пуш? Да и не выходит в пуш, а наоборот. Это самое, нихуя не делает. Давай ждем и мая и выходим. Не хватает минералов. Не, грейд плюс один, все дела. Не хватает минералов. Нужно разведать его хоть немного. Это непорядок. Я здесь, среди теней. Твой лайдер, что ли, впилить? Разместите строение. Мы в пути. Я вернулся, чтобы служить. Так, Immortal. Отлично. Видимо. Ваши войска вступили в бой. Сталкера. Немало сталкеров, однако.
Мне бы сейчас варпнуть разочек. Я здесь. Не хватает минералов. Я здесь, среди теней. Кинала. Улучшение завершено. О, грейт, на атаку. Я вернулся, чтобы служить. Месторождение минералов. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Месторождение минералов. На наши зомби напали. Мы ждем. Наш пилон атакован. НДП. У нас есть Рона Хэши. Разработка завершена. Господи, как же руки-то трусятся. Ну чё, я ему отменил его третью и поставил свою третью. Я молодец. Я здесь. Блин, готов, отлично. Ноги зелам. Третий грейд. Девчонки-то трусятся, а? Я здесь, среди теней. Что я, однако, придумал с этими самыми. Нужно построить больше пилонов. Вот supply блок я еще в этой катке не получал. Нужно построить больше пилонов. Нужно построить больше пилонов. Месторождение минералов истощено. Ой, а кто это у нас тут такой интересненький? Что я вообще строю? Что? Ураганы? Я точно там видел ураганов. Ладно, рабов пиздим. Сами не умираем. Месторождение минералов истощено.
Тащил хотя бы. Играю, и тут нажимаю кнопку Windows. Ну да, он тут все просрал. Мистер Кита. Господи, что же это было-то такое, а? Месторождение минералов истощено. Господи, Иисусе. Сколько у тебя китов? 7. А у меня сколько? У меня было 5 гейтов. Интересно. Ей. Следующая каточка. Поздно. Да? Окей. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Тиранчик, значит, да? Понятно. И домой. Минеральчик отдал и поехал. Стенка открыта. Не хватает минералов. Пилим тебе газик. Шар и спускаемся вниз. Надеюсь, там еще не закрыто. А, вторая хатка делается. Давайте дроны будем пилить. Опс, знает дело. Первый раб возвращается домой. Ты ставишь тут пайлон. А? Требуется больше виспена. Если он англоязычный, он должен понять. Ну что это за дезмораль моих врагов? Слава Деламам! Ну серьезно, ну что за дезмораль моих врагов? Уже двое вышли. Что за херня? Я хочу покатать. Ну, позязя.
Или это конец сезона так действует? Бункер? Завод с одного газа. Круто. Если бы ты действительно умел играть, ты бы уже газы на второй базе лепил бы. Если тебе действительно нужен газ. Я не помню уже, как там у термов. Ох. Ну круто, блять. Продвигаюсь по лиге. Угу. Ник человечества подошел. За пролаг был. У меня 60 FPS, и при этом у меня только что был пролаг. Серьезно? Окей. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Пара-пара-рам-пам-пам-пам. Чё ж делать? Чё ж мне с ним делать? Выезжаем. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Газикус запилитикус. Оп-оп-оп. Херакс. База атакована. Не хватает. Да, конечно, тайминг кибернетки у меня ужасный. Не хватает. Ну а что поделать? Не хватает минералов. Опс, там рипер. Уже готов? Наш пилон атакован. Эп, твою мать. Ты не должен быть уже готовым. Кончились твои счастливые деньки. Слава Делама! Отошел, сучара. База атакована. Приказан. Куда нам? База атакована. Не хватает минералов. База атакована. О, а там мариков до хера. Целая пачка, не, я бы сказал. Не хватает минералов. Мне это как-то не по душе. Наш
На самом-то деле. Я сейчас с биндами немножко... Проблемки, короче, у меня с биндами, малёха. Мне бы еще Twilight не помешал бы. Ну ладно, мам, которая есть, проблем не очень много будет. Еще он играл с одного газа, вряд ли у него космопорт есть. Кинала Атум. Нас ждет славное. Перворожденные выстоят. Эх, сейчас бы быть уверенным, что мои перворожденные выстоят. Слова словами. Слава Деламам! Не хватает минералов. Нужно построить... Ёб твою мать! Не хватает минералов. Это было совсем неожиданно. Не хватает минералов. Перворожденные выстоят. Не хватает минералов. Сейчас у меня тут целая пачка адептов будет. Требуется больше виспена. Перворожденные выстоят. А что, неплохая пачечка Слава адептов получилась. Нет, ты! Как так жить-то можно, а? Нужно построить больше пилонов. Нужно построить больше пилонов. Твоя воля исполнится. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Перворожденные выстоят. Служение наполняет нас гордостью. Мы вернем себе Аюр. Улучшение завершено. Слава Деламам! Месторождение минералов истощено. Лишь бы, сука, успеть. Улучшение завершено. Месторождение минералов истощено. Перворожденные выстоят. Да, вершитель. Масса дептня. Слава Делааму. Грейд на эту хуйню. Месторождение минералов истощено. Нужно построить больше пилонов. Асан. Это Блава. Демасадр. Нужно построить больше пилонов. Иди на централ, Зелнагу. Разработка завершена. Нужно построить больше пилонов. Да еб твою, да как так-то? Ты заебал меня уже, честно говоря. На
А, этот петушара в центре. Не хватает минералов. Усиление псионы. Ух, ёб твою мать. На наши зомби напали. Асан, это блаз. Господи, что-то я серьезно тут затупил. Всюду причем. На наши зомби напали. А будет мы отблеск света. Пройдись-ка под штормом, сучара. Ну. Да будет так. Недостаточной энергии. А кажется, я просрал. Это я очень тупанул тут. Нужно было третью хату по-нормальному ставить. Нужно запомнить, против тернов третью хату так не ставить, как я поставил. Не хватает ни... Еще у меня экономика ужасная. Мне ни на что не хватает. Месторождение минералов истощено. Месторождение минералов истощено. Асан, это Влад. Не хватает минералов. Асан, это Влад. Месторождение минералов извещено. Я смотрю, у него тоже там проблемы. Еще он немножечко обосрался моих тех самых петушков. Ух, ёб твою! Ну да, да, все, конец мне. Так, запомним. С тернами не ставить базу на острове. Никогда. Блять, горит. Горит, я просрал. Я просрал каточку. Каточку просрал. Просрал каточку, бля. Грустно-то как. Ладно, все, хорош. Потом еще поиграю.
Ну что ж, а на этом я закончу. Собственно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.